Приветствую вас, дорогие зрители, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Анна. Ну что, будем делать обзор по восьмому каталогу Oriflame. На что я повелась и сделала заказ, это витамины. Если вы берете одни витамины, вторые за рубль вы выбираете на втором шаге, мужские или женские. Здесь 60 капсул, цена одной упаковки 2000. Я так поняла, к новинкам они поменяют упаковку, как и омега, ну, со временем. Может быть, изменит какую-то формулу. Что содержится для женщин? Содержит больше кальция для поддержки здоровья костей, железа. Также уровень нуждается в восстановлении менструальных циклов. Для мужчин здесь больше для мышц, костей, сердечной функции, а также цинк, селен, антиоксидантной защиты. Я заказала, вы обалдеете. 4. Ну, получается, мне 4 упаковки пришли этих витаминов. Я очень боялась, шла с этой упаковкой, очень боялась, потому что я посмотрела двух блогеров, и они сказали, что женские витамины пришли до 10-23 года. Я думаю, ну ладно, значит, и мне такие придут. Я делала заказ не в начале каталога, через пару дней. И смотрю, пришли эти витамины до 3-24. Я обрадовалась, потому что я вторую пачку заказывала в подарок для тети. Вот она в возрасте, и я решила вот ей подарить витамины. Здесь 60 капсул. Нарисовано как... Это я просто пометила, что это мои витамины. Как открывать. Вот такая, как сказать, мембрана. И сама витаминка. Один раз в день. Прием 2 месяца. Ну, очень хвалят их. Здесь минералы, витамины. Что нам не хватает нашему организму? Мы не получаем недостающие витамины через пищу. Сейчас сами знаете, еда не очень хорошего качества. И я решила заказать, потому что я весной никакие витамины не принимала, кроме коллагена с витамином С и витамин D. И я чувствую, что у меня организм... Я бессонницей как бы не страдаю, но многие, я смотрела отзывы, у кого-то прошла бессонница, у кого-то появился больше сил, тонус, у кого-то даже прошли головные боли. Ну, у меня тоже такое бывает, когда повышается или понижается атмосферное давление. Не знаю. Я вот принимаю пока 2 дня. У меня после этих витамин, когда я, ну, одну витаминку принимаю, у меня какая-то сытость. Прям вот, знаете, организм напитан, ну, как бы не хочется есть. Ну, как бы сытная какая-то витаминка. Вот. Ну, разработана в Швеции. Будем пробовать. Так что, кто хочет, не упустите этот момент. Позаботьтесь о своих близких. Вот. Следующее. Такую же упаковку я для мамы взяла, да, 1+1. Одну упаковку я взяла для тети, да, и одну упаковку 60 таблеток, сейчас у меня муж другие пьет витамины, взяла ему, он, конечно, зачем ты мне взяла, зачем мне это нужно, я говорю, нужно. Вот осенью пропьешь, там, в сентябре, в октябре. Мужские витамины реже заказывают, до 11-23 года. Ну, вот, например, в октябре начнет, в ноябре закончит. Открывать я пока не буду, но... Так что берите хорошие предложения. Хорошие еще есть предложения на омегу, плюс гидрофильное масло NovAge, на кальций с витамином D1200. Мама в том году мы брали ей. Ей очень понравились эти витамины, ну, просто ей врач прописал, ей нужно было пропить. Вот, кальций, витамин D я пока не стала брать. И оксидант с черникой, с витамином С тоже многие берут. Так, что я еще заказала в этом каталоге? Заказ был, ну, на 4000 с чем-то, это в связи с витаминами. Я взяла вот такие 2 крема. Это перевыпуск. Они обошлись мне по 79 рублей. Я поняла, что мне такой крем нужен, потому что... Когда ты куда-то ездишь после дачи, руки сохнут. И вот такой крем с собой очень удобно.
Куда ты едешь, ты чувствуешь, что у тебя сухость рук, помазал. Здесь миндальное масло, витамин Е, 30 мл. Смотрела новинки Oriflame. Будет перевыпуск и выйдет, ну, как вот раньше были такие красивые упаковочки, 3 крема в наборе. Так что ждем. Вот. Так что запасайтесь. В следующем каталоге они на 10 рублей подорожают, эти крема. Легкие, приятные, с цветочным ароматом. Можно подарить кому-нибудь. Крем должен быть для рук везде, мне кажется. Так, и следующее я заказала помаду On Color. Конечно, там было 2 или 3 цвета. И сейчас открылись специальные скидки, когда ты уже, ну, добавил товар в заказе. Там есть On Color, такие же помады, но такой, знаете, вишневый, фиолетовый, ярко-фуксия. Я взяла розовый нюд, был там еще медовый беж и абрикосовый, и красный. Посмотрите, как она выглядит. За 159 рублей. У меня такая же помада есть от Stellary. У меня скоро придет как бы срок годности в августе или в сентябре, и мне нужна была вот такого похожего цвета замена. И у меня многие, кому я дарила вот такие похожие, корица вот популярного цвета, розовый нюд, у меня многие просят: подари мне еще такое. Ну, подари. Ну, или закажи. Они кремовые, приятные такие помадки, вкусные. И цвета такие универсальные и бюджетные, делает Россия. Да, конечно, если у вас несколько вот таких помад, конечно, вы можете путаться с цветами, да? Например, у вас может быть вся серия этих помад. Как определить, если только цветом, не знаю, как-то пометить? Вот. Так что помады очень классные, берите. Видите, огромная палитра, но половина нет цветов, и многие их ловят. Помада с плотным покрытием. Яркие пигменты, нежная текстура и скольжение, и комфорт. Еще выгодно сейчас брать вот эти BB-кремы. BB-крем хороший, но берите светлый, потому что бежевый темноватый, естественный темноватый. И есть еще тональный флюид для сияния кожи. Я такую брала, но у меня темный цвет. И он, наверное, подойдет для загорелой кожи. И для сухой. Тоже хорошая цена. Присмотритесь. Еще хочу рассказать карандаш по 219. У меня есть цвет, сейчас скажу, лесные травы, но он смотрится как черный. Карандаши мягкие, стойкие, хорошие. Вот такой он зелененький. Просто вам показываю. Вот такой цвет. Анкремовый, такой нежный. Вот видите, я даже тру, он стойкий немножко держится. Кто любит подводки. Конечно же, все берут тальк. На лето, в жару, это незаменимо. У меня тоже есть, у меня вся семья тальком пользуется. Ну, о прелести. Почитайте, как применять тальк. Говорить подробно не буду. 159 рублей. Хорошая цена. Хорошая цена на, если вы, может быть, едете в жаркую страну, например, Египет, в Дубай, я не знаю, Мальдивы, где там больше 40 градусов, то вам, конечно же, понадобится тональный крем с SPF 40. Он там 359 рублей. Я брала медиум беж. Хорошо защищает. Нежно ложится. Вот такой цвет. Такая кремовая нежная текстура. Так что тоже присмотритесь. Хорошая серия на Love Nature. Вот сейчас я пользуюсь таким кремом для матирующей комбинированной кожи. Он легкий, ничего не делает, но на нем хорошо держится тональный крем. Приятный такой, чайного дерева, лайм. Конечно же, была акция с чайным деревом, сыворотка и карандаш у меня есть. Но мне нужно было, например, чайное дерево. В следующем каталоге оно будет. Так что, кто успел, тот молодец, отхватил. Так, и следующее я взяла новинку. Я даже ее не пробовала. Это тени карандаш. Именно вот фиолетового цвета. Потому что серебристый у меня есть. А у мамы есть, не знаю, такой цвет типа шампань. Мы в том году брали.
Там еще был бирюзовый такой мокрый асфальт, я даже не пробовала. Но мне вот этот цвет прям так понравился. Я хотела какие-то тени, но когда они выпустили, думаю, да возьму я. Зачем мне целую палетку брать, да? Если, смотрите, какой красивый цвет. Как он играет на глазах. Мне больше теплые идут. Ой, прям шикарный. Я прям влюбилась в такой красивый цвет. И вы знаете, что скоро выйдет? Я смотрела новинки Oriflame. Скоро выйдут жидкие тени от Oriflame The One. Буду ждать тоже с нетерпением. Так что вот эти тени и в следующем каталоге, если не успели, можете в следующем каталоге взять. Там разные цвета, их можно подсвечивать. Они стойкие до 12 часов по 319 рублей. Очень красивые цвета, которые вам нужны. Не достает. Очень красивый цвет. Я прям довольна. И вы знаете, уже сроки пошли годности до 2-го 26-го года. Сейчас очень хорошая акция. Если вы делаете заказ по 8-му каталогу на 50 баллов и по 9-му каталогу на 50 баллов, в следующем вы можете заказать Норхен в футляре. Очки такие черные, красивые. Вот я уже попадаю под эту акцию, буду брать. Если вы делаете первый раз заказ и регистрируетесь, вы можете получить подарок за 99 или за 199 Botanicals гель и набор такой красивый. Так что, конечно же, сейчас очень выгодно вот этот набор. Там за 600 рублей мыло, масочка, гель тоже хорошая, так что берите. Сейчас представлены вот такие гели. Мне его родственница дарила, потому что она периодически тоже заказывает Oriflame. Он такой приятный, цветочный, нежный. Так что вот этот Magic Garden, вот этот самый такой приятный, нежный, вкусный, цветочный аромат. Так что берите, запасайтесь гелями. Конечно же, если вы делаете заказ на 2000, вы можете купить парфюмированный аромат Eklund в фиолетовом цвете. Но у меня ароматов очень много, и я пока не стала брать. Конечно же, в онлайн-предложении, когда вы заходите в корзину, акции, очень выгодно взять точилку. Вообще 100 рублей. Точит и толстые карандаши, и маленькие. Она мне выручает, эта точилка. Так что присмотритесь. Если вы не любите помады, берите блески. У нас с мамой есть по одному блеску до 6 часов. Здесь масло граната и масло ши тонального и тотального комфорта. У нее как бы цвет, сейчас скажу, сияющий коралл, у меня больше розовый. Мы очем пользуемся, до 6 часов держится, очень красивый цвет и щеточка. И вкусно пахнет, сладким таким. Так что блески в этом плане очень выручают в Oriflame. Конечно же, акции, если вы берете, многие берут масло с эффектом сияния, вы можете, ну, Advent, то вы можете получить тушь розового цвета в подарок. Многие берут тонер мист для эффекта сияния. И, конечно же, новинки спрей и крем для ног киви и грейпфрут. В том году был ананас и имбирь, что ли. У меня мама до сих пор стоит, она им пользуется. Много скидок на туалетную водичку, особенно роза у меня вот такая есть. Но она, мне кажется, больше подойдет на осенний, зимний период и постарше 30. Невесты, кто вот, может быть, ну, собирается замуж. Конечно же, дезодоранты и вот эти гели, про которые я вам говорила. Очень выгодная цена. И давайте сейчас скажу вам. Я смотрела специально, сейчас в подарок кладут помады, потом тональная основа Giordani Gold, типа слоновой кости. Я специально ждала, чтобы, ну, какая-нибудь парфюмерная водичка. Именно С. Она сейчас со скидкой. Голубенькая. Мне понравился аромат. Он такой свежий. Тут и ландыш. Очень приятный аромат. И мне кажется, этот аромат очень подойдет на осень, на зиму, в мороз. Прекрасно будет раскрываться. Так что в Oriflame нас
пока радуют. И будем смотреть, что выгодного заказать по 9-му каталогу. Давайте посмотрим, что выгодно заказать в 9-м каталоге. Первое. Мыло. Кто любит гель для душа со скрабом. Вот он у меня есть. Очень классный, мне понравился. Лучше, чем мыло. Мыло красится, предупреждаю. Гель нет. Мелкие частички. Если это уберут серию, это просто... Пусть я буду скучать по этой серии. Малина и мята, это просто must have. Так что присматривайтесь. Следующее. Ну, конечно же, шампуни с кокосом у меня вот такой есть. Только у меня 500 мл. Хорошие. И у кого жирная кожа головы, жирнятся волосы, тоже хорошие. Вот эти шампуни в том году пользовалась, пробовала. Так, следующее. Обязательно берите вот эти масочки. Я еще не пробовала, но возьму, попробую гелевые вот эти новинка. Следующее. Вот эта серия. Антибактериальные средства с чайным деревом против воспалений, укусов. Это просто незаменимо в аптечке, даже против герпеса. И маскирующий карандаш вот от высыпаний. Хороший крем, я вам уже говорила, долго говорить о нем не буду. Новинка. Туалетная вода. Здесь у нас имбирь, мускутный шалфей и ветивер. Ну, такой приятный аромат. Вот, можно, кто любит такие ароматы, взять. Вот этот могу рекомендовать. У мужа такой был. Вкусный, стойкий, надолго хватает и хорошая цена. Ну, лимонные это на любителя. Люция. Мне кажется, ее будут брать. Это вот как, вы знаете, стандартные товары. Вот в Oriflame. Очень выгодная цена на магнетисту. Но это более такой... как афродизиак. Тут черная смородина, сандал, более вечерний такой, на выход, куда-то вот на свидание, не знаю, на какое-то мероприятие. Но он такой прям вечерний. Миниатюрки. Кто не хочет большой брать, можно миниатюрки брать. По 449 рублей. Ну, чтобы понять, аромат подойдет вам, нет. Выходит новинка. Наверное, закажу пробники. Вот 60 рублей. Понять аромат. Ну, я думаю, вот этот мне понравится. Далее. Вот этот неплохой аромат для мужчин. Приятный такой. Следующее. Вот эти карандаши остаются. По 319 рублей с вашей скидкой будут. Кто-то вот такие любит. Ну, мне, например, карандаши, и это не нужно. Мне просто тени. Вот у меня есть серебро. И, наверное, ультрафиолет. Вот, ультрафиолет. Вот он, смотрите. Он до сих пор стойкий. Я уже много дел сделала, он держится до 12 часов. А, у меня есть нюд, хрусталь. Очень хорошие тени, и не пожалеете. Можете светлые взять, они подо все подойдут. Так что берите, тени очень качественные. Давно не было вот этого бальзамчика. Вот он, SPF 15 для губ. Очень многим нравится вот этот бальзамчик. Тушь Giordani Gold. У меня есть видео на канале. В том году ее обновили, мне она нравится. Со временем, конечно, я буду ее заказывать. Если сравнивать тушь 5 в 1 и Giordani Gold, я выберу Giordani Gold. И за щеточки, и за качество туши. Она более такая бархатистая. Классно. Пишите, какая у вас любимая тушь, Giordani Gold или 5 в 1? Мне кажется, многие будут заказывать антивозрастной консилер с пребиотиками. Хорошая цена, 619. Румяна у меня есть, но я покупала вообще там за 500 рублей, когда в том году у меня перевыпуск был. Ну, видите, 869 рублей. Надолго они вам пойдут. Тут гиалуроновая кислота, сделана вручную. Сейчас это модно. Сияние, блеск. Выгодно брать
Тонер Мистер обойдется по 599 рублей, если вы возьмете при покупке любого продукта Вейн. Веганская серия. Ну, долго говорить о ней не буду. Новинка у нас выходит — форма для косметического льда. Вот. Охлаждающий. Кто еще не заказал, вот этот крем в мини-формате. Очень классный. Так что берите. Мыло для рук. Многие его любят. Так что берите. И со скидкой вот эти крема. Они в специальных предложениях сейчас действуют в экологии. И выйдет новое мыло, я видела. Только не помню, с каким вкусом, но новое выйдет. В красном цвете или с гранатом, что-то такое. Еще выгодно, при покупке двух Geology вы получите расчетку за 199 рублей. Я пока присматриваюсь. Видела новинки, что выйдут шампуни и рефиллеры. Как вот рефиллеры для интимной гигиены, тоже сейчас выгодная цена. Выйдут рефиллеры, может быть, подешевле цена будет. Ну, потому что за шампунь, знаете, за 480 рублей 250 мл для меня дороговато. Потому что у меня шампунь очень израсходуется. Так, новинка. Детский шампунь маракуя. И детский шампунь с органической голубикой. Детишек порадовали новинками. Выгодно брать сейчас солнечно-защитные средства. И сейчас это тоже со скидкой. Ну, для крема тоже со скидкой. Гель интимной гигиены. Дезодоранты. Станки многоразовые, бритвенные. Это новинка прошлого каталога, многие брали. Мочалочка хорошая, мама пользуется ей. Гель для душа. Новинка у нас выходит — часы за 1800. Ну, красивые такие. Лаки я не могу рекомендовать. Я даже видела на канале «Взлет». Я вижу, формулу ничего не поменяли. Конечно, здесь комплекс с маслами, но они не стойкие. И многие искали вот это закрепляющее, быстро сохнущее покрытие. Вот оно. Может быть, обновили его. Жидкость для снятия лака, ну, я считаю, тут очень дорого, и цена завышена. Ну, вот эти побюджетнее лаки. Как всегда, консилер тоже рекомендую. Пудра здесь ничего особенного, без зеркала, такая бюджетная. Так, матовые помады хорошие. У меня есть в мини-формате вот такая помада. Розовый коралл. Очень классно. Мне нравится, как смотрится на губах. Держится красиво. Не сушат губы. Так что, кто любит матовые, берите, если они будут. Ну, или кто шоколадную серию любит. Особенно вот, смотрите, розовый шоколад. Или пряная карамель. Тоже неплохой цвет. Вот эту палетку я ждала, наверное, с марта месяца. Но она не появлялась, не появлялась, не появлялась. И тут она вот, видите, появилась. А она мне уже не нужна, потому что я вот этот красивый карандаш заказала. И буду. Точилка тоже со скидкой. И вот эти туши бюджетные. Многие их тоже берут. Вообще по 189. Вкусная цена. И минус скидка, но по 159 они обойдутся. Неплохие бюджетные туши многие берут. Так что вот такие были покупки по 8-му каталогу, рекомендации по 9-му каталогу. Все ссылочки в инфобоксе и тестированные туши Giordani Gold, краски, все в инфобоксе найдете. Пишите, что вы будете заказывать в 9-м каталоге, что порекомендуете. Спасибо, что досмотрели это долгое видео до конца. Всем пока-пока. Спасибо за внимание.